Регулярные инвестиции для сглаживания рыночных рисков. То есть вот часто сталкиваются с тем, что люди говорят, я продал квартиру, что мне делать с деньгами? Давай акции купим, сформируй мне портфель из акций. Вот не надо этого делать, да. Лучше инвестируйте регулярно, положите, купите какие-нибудь облигации с фиксированным доходом, валютная диверсификация и постепенно вкладывайте, да, с консервативных инструментов в рисковые инструменты. Потому что, возвращаясь к теории кредитных циклов, да, когда вы инвестируете регулярно, здесь купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут, 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 да, то есть если в целом растущая экономика, вы можете купить как на дне, так и на пике. Но вы все равно купите по некой средней. И даже то, что вы купите по средней вот здесь, вот в этом профиле, поверьте мне, это ни в коем случае не защитит вас от вот этой вот коррекции. Потому что когда это произойдет, не знает никто. Но опять-таки даже в этом контексте вы понимаете, что в целом-то экономика все равно растет, потому что растет производительность труда. И поэтому восстановление все равно произойдет. Когда вы это понимаете и осознаете, это дает очень много сил и опоры, да, то есть именно для принятия решений, действия сделать.